кринж? Кринж? Ну, это нечто ужасное. Что-то стрёмное. Чилить. Ну, чилить это отдыхать. Форсить. Это что-то знакомое. Ну, что-то, может, из танцев что-то, нет? Акцентировать на чем-либо внимание, продвигать что-то. Краш. Краш. Это как краш-тест, что ли? Тайный объект желания безответной любви. Блин, ну и словечки. Шеймить. Да что ж такое-то? Шеймить. Вообще ничего в голову не идет с этих слов. Стыдить за что-то. Короче, надо английский подучить немного. Чекать. Ну, позвать, что-то сказать, чекнуть. Сказать, кто это, или как-то изобразить, кто это. А, проверить что-то, что ли? Вайб. Вайб, ну это когда что-то нравится, нет? Позитивное настроение передается. Фиксить. От слова фиксики, что ли? Фиксить. Почему по-русски нельзя разговаривать? Исправлять. Ливнуть. От слова лив. Жизнь, или как там переводится? Врать? Что? Нет? Читать? Что там? Не знаю. Уйти откуда-либо. Клинять? Кекать. Да что ж такое? Кекать. Не знаю, что кекнуть можно. Ударить что-то? Нет? Кек. Кексы есть. Смеяться, насмехаться. О, Лата угадал.